Вы известная светская дама, известная актриса. Какие наставления давали дочери на ее первом балу дебютанта? Единственное, что я ей посоветовала, быть сама собой, чувствовать себя раскрепощенной, но самое главное – получать удовольствие от происходящего. Потому что если ты не получаешь удовольствие вот от этого всего, значит, может быть, неправильно выбрана профессия, потому что Полина хочет быть актрисой. То есть это своего рода, плюс ко всему, еще такой пробный шар для Полины. Полина, волновались перед вот этим первым выходом? Потому что все-таки 14 лет, и вы живете в Англии, вы не знаете всех законов московской светской жизни. А мама, возможно, рассказывала о том, как стоит себя вести, с кем здороваться, а с кем нет. Да, конечно, я волновалась, переживала, но у моей мамы есть замечательные подруги, которые меня сегодня пришли поддержать, мой брат, папа тоже, поэтому у меня как бы очень большая поддержка и опора со мной, поэтому надеюсь, что все пройдет очень хорошо. Кто выбирал платье? Вы сама выбирали, стилисты помогали или мама приложила к этому усилия? Конечно же, мама и мой папа любимый приложил усилия, все семейно выбирали платье. Где выбирали, где покупали, потому что Светлана известный клиент от кутюр. Да, это платье от кутюр Элисаб. Да. Или специально в Париж за ним? Специально в Париже, мне кажется, Элисаб для бала это лучший вариант. Сейчас в Англии вы учитесь и будете актрисой. Да, по стопам моей красавицы мамочки, да. Приятно слышать этот комплимент от дочери.